В поселке Кызылжар области Улытау зоозащитники напали на инспекторов охотзоопрома. Инцидент произошел из-за отстрела сайгаков. Об этом сообщили в областном департаменте полиции. Впервые о конфликте стало известно в конце прошлой недели, когда в соцсетях появилось видео. Местные жители, став невольными свидетелями охоты, попытались защитить животных от сотрудников коммунального предприятия. В результате нескольких участников потасовки задержала полиция. Теперь нападавшим грозит до 12 лет тюрьмы. Четверо жителей в возрасте от 31 до 35 лет в поселке Кызылжар Жанааркинского района Улытауской области задержаны за применение силы, не подчиняясь требованиям сотрудников охотзоопрома. В результате два сотрудника получили телесные повреждения. Четверо подозреваемых были задержаны и водворены в изолятор временного содержания.